Всем привет! Я тут уже распаковала то, что я себе заказала. Весной у нас такие планы, что нужно провести воду в дом. Вода как бы есть, но я в том смысле, что нужно ставить там раковину, смеситель, чтобы в доме была не только холодная вода, но и горячая. Вот. То, что у нас только холодная. И я ж заранее готовлюсь, как говорится, до весны. Вот. И поэтому я купила смеситель моей мечты. Я так и хотела. Это просто шикардос. И та-дам! Вы посмотрите, какие он классный! Обалденный смеситель! Тимурка! Видите? В ретро-стиле такой. Хоп! Хоп! Я буду включать водичку. А Мурка пригрелся, да? Дай мама покажет раковину. Я захотела такую. Вот. Вот. Та-дам! Тут, наверное, плохо видно. Ну, короче, вот такого вот цвета, круглую, я захотела. Вот. А, наверное, вот эти штучки надо только будет покупать сюда. Ну, вот эти штучки, видите? Наверное, сюда надо покупать, да? Ну, это ладно, это херня. Это купится. Вот так, я заранее готовлюсь. Мечта моя. Собираю на бойлер. Все. К весне я должна его тоже купить, чтобы все подсоединить сразу, чтобы все было. Ну, там еще надо какие-то трубы, наверное, будет покупать. Ну, главное, что это уже как бы есть, и оно будет ждать своего часа. Вот. Зато у меня душа теперь спокойная, что у меня это все есть, весна настанет, это все подключить, и все. Так была у доме у нас горячая вода. Вот так вот. Ой, ну смеситель, это вообще, конечно, мне не верится. Мне не верится. Обалдеть. Я сейчас заплачу, реально. Наверное, у меня уже старость. Что я рада, то, что у меня есть такие смеситель и мойка такая. Просто жесть. В общем, ждем весны, чтобы это все подключить. Надо только что там будет какие-то трубы докупить, чтобы это все подключить, и все. Чтобы у меня была горячая вода.